cut so much you thought I was a DJ. Всем привет, дорогие друзья, с вами по-прежнему я, Джокер, и сегодня я вам покажу достаточно интересный механизм, который называется проход в полу. В общем-то, что мы видим? Мы видим вот такой вот пол, и здесь такой вот квадратик. Если мы встанем на него и нажмем на кнопочку, то мы спустимся вот в такую вот комнату. Ну, и либо там проход можно сделать, это не важно. И чтобы выбраться отсюда, мы становимся на своем блоке, нажимаем на кнопочку, так... С первого раза не получилось. И вот так вот выбираемся. Все просто, все легко. Схема данного механизма выглядит вот так. То есть, все простенько. Давайте теперь приступим к постройке. Нам нужна территория 6 на 8 блоков. 6 на 8 блоков. И давайте же приступим строить. Значит, что мы делаем? Мы ставим вот таким вот образом блоки. Дальше мы ставим так редстоун. После чего мы ставим вот здесь репитеры. То есть вот тут и вот тут. После чего... Так, пардон, не так, а чуть дальше нужно. Поставить примерно вот так. Ставим репитеры и сверху редстоун. Далее мы берем... Ставим блок и ставим еще один блок. Потом еще блок и еще блок. Вот таким вот образом. Теперь мы сюда ставим. Так, не то. А, у меня ж. Вот так. Ставим редстоун факелы. После чего мы берем полблок. И еще один полблок. И еще вот так полблоки. Ставим здесь репитер вот таким вот образом, и здесь мы ставим вот таким вот образом редстоун. Вроде как правильно, если честно, я уже не помню, я строил этот механизм очень давно. Да, все у нас правильно. Так, сейчас тут немножечко посмотрю. Теперь, что мы делаем теперь? Мы ставим вот здесь вот так блоки, с одной и с другой стороны. Здесь редстоун, здесь репитер. Здесь репитер, здесь редстоун. Все. Теперь ставим вот так блоки. Здесь и вот здесь. И здесь ставим редстоун. Все. У нас получилась вот такая вот тема. Теперь мы здесь берем, ставим красные факелы. Дальше мы берем вот таким вот образом проводим. Ставим так блоки вот таким вот образом. И теперь что мы делаем? Мы берем здесь ставим редстоун и здесь ставим редстоун. По-моему, так, если я не ошибаюсь. Да, так. И здесь мы ставим просто репитер. Здесь и вот здесь. Теперь мы берем ставим редстоун, редстоун. Далее здесь так блоки ставим таким вот образом. И берем, теперь мне нужен рычаг. Да, берем рычаг и ставим вот таким вот образом рычаг. И теперь мне нужен опять наш полублок. То есть ставим вот таким вот образом полублоки. Эти, так, рычаги нужны для того, чтобы направлять сигнал именно вот так вот. Как, чтобы была линия редстоуна и чтобы он направленный был. Вот так. Теперь мы берем... Так, пардон. Так, не лагай. Теперь мы берем, ставим... Я не помню, нужна ли задержка нам. Да, на этих репитерах нужна нам задержка. Вот таким вот образом мы ставим задержку. Здесь ставим блоки. Все. Теперь я беру рычаг. И у нас вот такая вот тема получается. То есть я нажимаю, и у нас закрывается проход. Теперь, что я делаю теперь? Я беру вот отсюда. Так, сейчас. Книжечка. Первый набор. Ставлю здесь блок, потом редстоун, и дальше я немножечко не помню, как я там делаю это все. Ага, репитер, блок. Окей.
Далее я беру блок, репитер, я сказал репитер, блок, репитер на одну задержку. Ну, там, в принципе, можно поэкспериментировать. И я беру дроппер и беру вот такую вот тему. То есть хоппер. Я уже забыл, как он называется. И теперь я здесь беру, ставлю блок. Потом я беру опять первый набор. И ставлю здесь компаратор. От компаратора я вывожу так репитер. И теперь отсюда я беру здесь, ставлю блок. И еще блок. Вот таким вот образом. И ставлю здесь редстоун. Все, в принципе, схема готова. Только я чуть-чуть ступил. Ой. Да, я ступил, походу. Да, я чуть-чуть ступил. Здесь нужно поршни сделать вот так. Теперь здесь мы поставим репитер. Здесь поставим блок. Здесь поставим блок. Теперь здесь я поставлю опять же наш блок. И туда я запихну редстоун. И сюда я тоже запихну редстоун. Давайте еще раз первый набор возьмем. И проверим нашу схему. Давайте я возьму слайм-блоки наши. Слайм-блоки. Хотя, чё я парюсь. Вот так вот сделаем. И все. Поставим наши слайм-блоки. Активируем. Давайте кнопку сюда влепим. Нажмем на кнопочку. Так. Работает у нас. Да, у нас все работает. Тут даже можно поставить просто блок. Вот таким вот образом. И теперь мы берем просто. Тут у меня уже заспавнено. Это есть такая хрень. Берем печки и заставляем здесь печками вот это все дело. Ну, можно не печками, это не обязательно. Главное, чтобы блок был, который не сдвигается. Вот таким вот образом мы это все заставляем дело. Так. И здесь вот так. Все, у нас наш проход готовый. Осталось нам только лишь сделать подключение вот этой вот кнопки. Ну, это все просто делается. Мы берем, ставим, так. Мы берем, ставим кнопку, потом берем поршень и берем. Так, давайте я возьму это здесь. Скорее всего. Хотя. Так, давайте мы это все сделаем. Да, давайте мы. Как это надо это все подключить? А, давайте это все просто возьмем и сдвинем в бок. И не будем париться. Так, второй набор, по-моему. И теперь здесь мы. Так, пардон. Здесь мы берем, ставим. Не блок, а репитер. Все. И поставим его, давайте, на задержку, на какую-нибудь. И теперь мы здесь ставим кнопочку. Это все уже можно закрывать, данный механизм. То есть он занимает не очень много места. Я немножечко там ступил. Внизу. С поршнями нижними. Но это, я думаю, ничего. Вот таким вот образом. И теперь мы становимся. Так, вот сюда становимся. Все. Теперь становимся сюда. И нас подкидывают вверх. Все хорошо, все отлично. Тут можно, кстати, блоки, наверное, поставить. Я не знаю, не уверен. Будет ли оно... Не, не будет оно сдвигаться, значит, там блок не поставишь. Если только не сдвигающийся блок попробовать поставить. Давайте попробуем. Да, вот так вот.
То есть здесь даже можно как-нибудь по-другому это все подключить, но это я так просто по фасту взял, подключил эту всю хрень, но здесь можно как-нибудь по-другому это все попробовать подключить. В общем-то, вот и все. Кстати говоря, кому интересно, как я сделал вот эту вот книжечку, вот тут я могу себе очистить инвентарь, выдать первый набор, выдать второй набор редстоунера, третий набор редстоунера, могу заспавнить вот эти вот блоки, то есть вот они, вот эти вот блоки я могу заспавнить, и также могу сделать день, ночь, выключить дождь и выдать себе командный блок. То есть вот я чищу инвентарь, давайте, и выдать себе комбо-блок. Вот, то есть я выдал себе комбо-блок. Если кому это интересно, то пишите в комментариях, я сделаю разбор данного механизма. Он, даже я сейчас покажу, где он находится. У меня на карте. Так, где же ты? Наш механизм, вон он, вон тот механизм, вон где красная и зеленая хрень. Вот такая вот, типа, площадки такой. Вот этот механизм. В общем, также хочу воспользоваться случаем и поздравить вас всех с наступающим Новым Годом. Хочу пожелать вам счастья, здоровья и самое главное, это мирного неба над головой. И также хочу, чтобы вы провели этот Новый Год достойно. В общем, всем спасибо за просмотр данного ролика, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а с вами был Джокер, всем удачи, всем пока. Love you.